Зря царица нашу тысячу человек. В интернете. Сама так пробовала? Чё? Нет. Всего. Выпила? Да вот хотя бы и ты. На. Допивай. Нет. Быстро. Он кислый. Ну, князюшка. Сейчас прольешь, чё? Умом от радости не тронься. Ты вот что, богатырей вызови. Пусть лучше из них пяти будет. Зачем? На всякий случай. На. Где эта библиотекарь? Сколько можно ждать? Быстро! Карту мне! Спокойно, спокойно! На, уноси отсюда и... Попробовала бы ты сама. Иди, унеси все. Да сейчас! Да сейчас! Иди, моя детенька! Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Леш, тут знаешь, что, короче? Вот эта деревяшка должна быть на вот этих вот пластмасках, на трубочках. А она не лежит на этих трубочках. Надо что-то... подставку, потому что вот на этих вот, ну вот на этой сейчас держится. Это если порвется, то все, Полина упадет. Ты не ломай, сам и покажешь. Не понял. Минуточку, что значит? Ирина! Мы так не договаривались. Давай оматывай. Я не готов. У меня подковы сами, куда отвалится. А библиотека? Пропадет же без меня библиотека. Разворуют. Ее потом археологи из камня отыщут. Мыться. Аккуратно. Маленька моя. Свет, выключишь на кухню? Дайте хоть поесть, передай. Я чуть не выключил. Нет, воды жить не в соревнованиях по искреннему, не поддельному идиотизму участвуют... Ой, что такое? Будешь? Нет, когда пью, у меня от этого сиропа вода горькая. Страшно. Нет. Я сказала, я все. Я просто сейчас орешек съела. Представляем новый способ готовить быстро, вкусно и полезно. Мультиварка. Мультиварка умеет готовить супы, рис и а меня там видно? Ты всех снимаешь, что ли, слышишь? Ты на себя направил. Через 20 часов сохранит ваш ужин горячим. Теперь на себя хотите направить. Выберите необходимую программу и нажмите кнопку. Рис, плов, молочная каша, гречневая каша, суп, тушение, подогрев, быстрое приготовление и приготовление. Кто все игрушки вытащила? Полина! Не бри. Иди давай, я пошла.